Добрый вечер. В прямом эфире 12 канала специальный выпуск программы «Власть. Прямой разговор». Буквально час с небольшим назад в Георгиевском зале Кремлевского дворца закончил выступление президент России Владимир Владимирович Путин. Он обращался к Федеральному собранию. Тем, как оказалось, за час выступления можно было вместить громадьем. Мы большинство из них сегодня обсудим с нашими сегодняшними гостями, представителями политических партий, общественниками, экономистами, политологами. Я думаю, что разговор у нас будет интересный. И прежде всего мне хотелось бы обратиться к нашим политикам, спросить, каково общее впечатление от речи президента? Александр Васильевич, пожалуйста. Вы знаете, сегодня тоже говорили о том, что это 12-е послание, с которым выступал Владимир Владимирович Путин. И вот сегодня, перед тем, как посмотреть сегодняшнее выступление, я обратился к посланию 2000 года, когда выступал Владимир Владимирович своим первым посланием. Вот в самом начале своего послания он сказал следующие слова. У России есть два пути. Первый – это жить на подачки, на кредиты, жить чужими советами. Есть второй путь – жить со своей самобытностью, стоять на ногах и быть сильной Россией. И вот сегодня мы увидели, что Владимир Владимирович твердо взял путь именно на то, чтобы Россия была сильной и самобытной. И сегодня мы услышали речь президента, сильного президента и очень сильного, твердо стоящего на ногах государства. Пускай со своими внутренними проблемами, даже и международными проблемами, но это государство, с которым считается сегодня весь мир. Вот, пожалуй, наверное, вот это главное, чтобы я сегодня вычленил в его выступлении. Там много было всего интересного, я полагаю, что сегодня мы еще будем обсуждать. Игорь Александрович, как вам кажется, что для вас было самым главным в этой речи? Для меня главнейшим было то, что президент, несмотря на те внешние вызовы, которые сейчас присутствуют, и, безусловно, они предопределяют вот первостепенную риторику выступления, тем не менее, достаточно большое время уделил проблемам внутренним, внутриэкономической безопасности, социальному блоку. И это очень приятно, очень хорошо, что, несмотря, вот, повторюсь, на такую враждебную риторику внешнюю, мы не забываем о наших проблемах, не забываем о наших путях, поисках выхода ситуации и улучшения жизни людей в стране. Андрей Анатольевич, как вам кажется, какие векторы обозначил Путин в своем послании? Ну, надо дать должное, что выступление Владимира Владимировича, послание было выстроено достаточно грамотно. То есть и его советники, и пиарщики, и тот, кто готовил это послание. И он сам, собственно, думаю, сам он окончательно просматривал, ставил акценты, выстроил достаточно грамотно и осветил практически все те стороны, которые необходимо было осветить. И те проблемы, которые связаны с Сирией, ситуация сейчас взаимоотношений с Турцией, на мой взгляд, даны достаточно четкие оценки. Ну и ситуация в экономике. Там дальше можно спорить по тем позициям, по тем оценкам, которые он дал. Но в целом те проблемы, которые на сегодня, основные проблемы, которые существуют в нашей стране, в той или иной степени они были задеты. Ну а там уже дальше по конкретным проблемам, я думаю, мы более подробно поговорим. Конечно. Алексей Сергеевич, вот удалось ли президенту создать полную, полновесную картину той социально-экономической ситуации, которая есть сегодня в нашей стране? Да, вы знаете, на мой взгляд, послание получилось очень сбалансированным. Оно было разделено на два блока. Блок касаемый безопасности и блок касаемый внутренней политики и внутренних проблем. Совершенно правильно я считаю, что президент начал с благодарности военным и минуты молчания, потому что сейчас, я думаю, как никогда все общество должно консолидироваться с этими внешними врагами. По поводу... Что? С внешними угрозами. Консолидироваться с борьбой с внешними врагами. Да. Спасибо за то, что поправили. Вот. По поводу экономических вопросов. Очень важно, я считаю, то, что президент уделил большое внимание развитию импортозамещения, причем качественного импортозамещения. Вот. Развитию сельского хозяйства. Я считаю, что послание получилось более чем актуальным. Хорошо, спасибо большое. Ну а я сейчас предлагаю попросить выдать звонок Виктора Ивановича Назарова, который присутствовал на послании, так сказать, чтобы он поделился своими впечатлениями. Его записали буквально несколько минут назад. Давайте послушаем и мы. Ну, я прежде всего хотел бы отметить, что президент дал такой мощный эмоциональный посыл для всей России
пока мы едины, мы непобедимы. Это как бы очень важно. И мы получили не только вот тот определенный настрой, но и конкретные поручения. И отрадно, что большинству тех направлений, о которых говорил президент, Омская область сегодня уже ведет. Ну, прежде всего, я для себя понял главную задачу, о которой говорил президент, это укрепление доверия между властью и бизнесом. Это свобода предпринимательства, это снятие административных барьеров. Это посылы президента, и в моей работе, я считаю, одна из важнейших задач. Я уже говорил о том, что на территории Омской области я готов взять малый и средний бизнес под свою защиту и максимально сделать так, чтобы было комфортно работать на территории региона. Вот. Ну, много президент говорил сегодня о развитии сельского хозяйства и о поддержке сельхозпроизводителей. И при этом он поставил задачу до 2020 года Россия должна полностью обеспечить продовольственную безопасность. И вот как бы в подтверждение этого фактора можно отметить, что Омская область на сегодня полностью обеспечила и себя продуктами питания, и поставляет в другие регионы. Ну, мы уже отмечали, что поддержка сельхозпроизводителей в рамках бюджетного софинансирования дала очень хороший стимул для развития сельского хозяйства. Это порядка 4,5 миллиардов рублей только по этому году. Президент говорил о расширении экспорта и производства продукции международного уровня. Это тоже задача номер один, и у нас тоже здесь есть хороший потенциал. С учетом того, что производственные мощности мы продолжаем удерживать, и даже есть рост по промышленному производству. То есть это тоже задача, я думаю, выполнимая для нашего региона. В плане медицины Путин отметил, что сегодня необходимо развивать медицину такой точечной направленности именно в рамках высокотехнологичных операций. И что важно, он отметил о том, что нельзя закрывать сегодня фельдшерско-акушерские пункты на территориях сельских районов. Я хотел бы сказать, что у нас ни один ФАП за последние 3 года не был закрыт. Это тоже для нас важно, и мы стараемся это поддерживать. По детским садам мы тоже, в принципе, идем, как говорят сегодня, в тренде. Практически от 3 до 7 лет мы почти закрыли очередь. И Владимир Владимирович отметил, что эту работу нужно будет продолжать. О том, чтобы дети, все дети в следующем году, в последующие годы могли посещать детские дошкольные учреждения. В том числе поставлена задача по школам. Это мы уже говорили, что мы уже тоже подали заявку на программу строительства и реконструкцию новых школьных учреждений на следующий год. На эти цели будет выделено около 50 миллиардов рублей из федерального центра. И мы в эту программу однозначно будем заходить. Ну что ж, Виктор Иванович, по-моему, абсолютно справедливо отметил, что тем было громадье поднято вот в этом выступлении. Но самой главной и первой темой, к которой обратился Владимир Владимирович Путин, это была внешняя политика и ситуация с Сирией. С Сирией и, ну, с другими странами, связанными с исламским государством. Давайте посмотрим. И в Сирии наши вооруженные силы сражаются прежде всего за Россию. Отстаивают безопасность именно наших граждан. Армия и флот России убедительно показали свою боеспособность, свои возросшие возможности. Современное русское оружие действует эффективно. А бесценная практика его применения в боевых условиях обобщается и будет использована для дальнейшего совершенствования нашей военной техники и вооружения. В основе наших действий прежде всего будет ответственность перед своей страной и перед своим народом. Мы не собираемся и не будем бряцать оружием. Но если кто-то думает, что, совершив подлое военное преступление, убийства наших людей, они отделаются помидорами или какими-то ограничениями в строительных и других отраслях, то они глубоко заблуждаются. Мы еще не раз напомним о том, что они сделали
И они еще не раз пожалеют о содеянном. Мы знаем при этом, что надо делать. Ну что же, вот к теме Сирии я предлагаю вернуться чуть-чуть позже, потому что у нас на линии из Москвы сенатор от Омской области Елена Борисовна Мизулина. Елена Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы, чтобы вы, так сказать, поделились личным своим ощущением, личными эмоциями от выступления Владимира Владимировича Путина. Вообще, я скажу, что, во-первых, я ожидала, что его выступление будет в таком очень уверенном, спокойном тоне человека, который знает, что и как делать. Поэтому вот его оптимизм, уверенность меня очень обрадовала. То есть я здесь не разочаровалась. Но есть некоторые вещи, которые меня поразили очень приятно. Мало того, что, потому что я думала, что в условиях войны, террористической, санкционной, которую развязали в отношении России, я думала, что в основном будет в послании тема, связанная вот с террористической угрозой и с санкциями. Но оказалось, что доля этой темы она была не так велика. А основной мотив послания и направления – это все внутренняя политика. Причем, опять же, и демография, и поддержка семьи и детей. Президент сказал, что это как было, так и остается нашими приоритетами. Более того, он положил спор всем разговорам относительно того, будет продлеваться материнский капитал или нет. Причем открыто и честно сказал, что да, были разные предложения с учетом того, что бюджет стеснен, но продлевается на 2 года сейчас. 2017-2018 год материнский капитал, программа будет действовать так, как сейчас. И это очень обрадовало, потому что я знаю, как много и в правительстве весьма высокие должностные лица правительства, и министры, и даже на уровне вице-премьеров заявляли о том, что надо сужать, а то и вообще отказываться от материнского капитала. Президент остался верен тому, что он здесь сделал. Действительно, президент обозначил ряд ключевых моментов очень четко и примитивно к ФАПам, к тому, что нельзя... Он вообще-то, у него был мотив какой? Он сказал, что хватит вам применять на всю страну все это одинаково, бездумно, одну и ту же мерку. Нельзя поселение оставлять там без школ, без детских садов, без ФАПов. То есть подходите с учетом того, как живут люди, что у них, какие у них проблемы, решайте их с учетом особенностей того или иного региона. И меня это очень обрадовало, потому что не один раз приходилось воевать. Слава богу, в Омской области мы действительно не столкнулись с такой острой проблемой, но в ряде регионов просто позакрывали все подряд. Поэтому очень хорошо, что он дал такую установку. Применительно спасибо. К семье и детям остается приоритет, но президент еще поднял еще одну тему. Это фактически он обозначил необходимость и начало процессуальной реформы, уголовно-процессуальной реформы. Я напомню, что в 2001 году, в свой первый президентский срок, именно президент инициировал реформу уголовного правосудия. Тогда было проведено очень многое, в том числе отделение следствия от прокуратуры, как органа, который осуществляет надзор, суд присяжных за следствием, суд присяжных, как новая форма суда с участием людей, граждан, открытая, прозрачная, очень, очень важная, кстати, форма правосудия. И многое другое. Санкции суда на заключение под стражу и ряд других процессуальных действий. Сегодня президент сказал несколько ключевых вещей применительно к процессуальной реформе. Во-первых, он сказал про суд присяжных. Этого не было последние 14 лет. Что нужно развивать этот суд, может быть, только не 12 присяжных, а сделать 5-7, учитывая, что это дорогостоящий институт. Но сам факт существования суда присяжных, суда с участием людей, где профессиональный судья в принятии решения и присяжные, народные судьи фактически, они отделены друг от друга и самостоятельно принимают решения, это обеспечивает доверие к суду, к правосудию. Это обеспечивает, кстати, справедливость выносимых приговоров. И он должен такой суд существовать, потому что это, знаете, я бы даже сказала так, что суд присяжных – это дамоклов меч над правоохранительными органами и судами. Они должны знать, что...
что стороны могут обратиться прежде всего обвиняемый, подсудимый к этой форме правосудия, а в ней ни качественный приговор, ни качественные материалы следствия устоять не могут. Спасибо второе, большое, Елена важно, Борисовна. Спасибо вам огромное за ваше мнение, за ваши впечатления, за ваши эмоции. Вот, я думаю, что мы с вами еще не единожды встретимся и сумеем обсудить все аспекты выступления президента. Ну а сейчас я хотел бы вернуться вот к той теме, с которой президент по сути начал. Вот скажите, пожалуйста, Николай Васильевич, как вам кажется, почему президент все-таки начал вот именно с темы внешней политики? Ну, тема очень серьезная, внешней политики. Я думаю, вот этот год и прошлые года, у нас прошлый год это Украина, вот, мешала нам свободно вести хозяйство внутреннее, а в связи с обострением, значит, ситуации в Сирии, здесь уже президент, конечно, не мог остановиться, потому что действительно терроризм, он идет со страшной силой. Ну, я хочу вот вспомнить историю Афганистана. Ведь мы ушли из Афганистана, не выполнив свою задачу. Если мы в тот период выполнили задачу, может быть, сейчас не было вот того потока. Он упомянул Афганистан, кстати. Да, я говорю, если бы мы там не ушли оттуда, завершили там работу до конца, военные, значит, экономисты, там, политики и так далее, то бы не было такого потока наркотиков и так далее. Потому что сейчас еще, как говорится, в Афганистане неспокойно. Но я думаю, что это следующий этап, наверное, уже нашей внешней политики. Но вот сейчас Сирия, она возникла, и она возникла не случайно, не на пустом месте. Потому что, видя, что все-таки, если там все так закончится быстро, то оно опять вернется. Главная задача, мы все знаем, кто управляет всей этой системой. Соединенные Штаты, они управляют политикой, марионетками, которые есть на Украине, они ими управляют. Ну как это так, взять, лишить Крыма электроэнергии? Но мы же не перекрываем газ и так далее. Электроэнергию тоже можно перекрыть на Украине, но мы же этого не делаем. Это вот пинок этот, это, видимо, оттуда указ из Белого дома. То же самое и идет, сбили наш самолет. Ну, не сбили, вернее, сначала начнем более дальней истории. Это самолет наш в Египте разорвался. Это тоже диверсия, явная диверсия. Ну, тоже не обошлось без Соединенных Штатов. И вот так идет фрагмент накала этой обстановки. Здесь, значит, мы выполняем миссию, все смотрят. Два года Соединенные Штаты вместе там с другими не могли победить, ничего сделать. Но практически они били по мирным жителям. А реально ИГИЛ только набирал свои обороты. И сейчас сбит, значит, наш военный Су-24 бомбардировщик. Вроде бы все договорились, вместе собрались. Да, это, значит, международный терроризм, надо с ним бороться. Не одна Россия должна бороться, а все вместе должны бороться. Взрыв, диверсия в Париже. Люди начали понимать, что это действительно это не Россия, дело бороться с терроризмом. Все мы должны с этим бороться. Вот поэтому именно только сейчас вот сознание прошло мировое, что ну, нам, конечно, тяжело, но мы будем бороться. Но, я думаю, другие страны тоже к этому подключатся. Потому что, да, действительно, Турция, она напрямую, продажа нефти идет ИГИЛ Турции, она напрямую, значит, снабжает боеприпасы. Вот недавно тоже гуманитарный конвой. Начали рассматривать, что там за гуманитарная помощь. Оказывается, там оружие боевикам. То есть напрямую идет вот именно помощь со стороны Турции. Поэтому президент правильно ведет жесткую политику. Вот с ними нужно только таким образом разговаривать. Тогда у нас будет везде порядок. Да, трудно, тяжело, он говорит, но ситуация тяжелая, но не критическая, управляемая. И в экономике управляемая внутри страны, и вооруженные силы выполняют задачу, показывают всему миру, как надо бороться с международным терроризмом. Вот, Дмитрий Сергеевич, президент еще подчеркнул, неоднократно подчеркнул то, что необходимо действительно создание большой коалиции. Ведь действительно только всем миром можно победить вот эту угрозу. Я уж не знаю, какого она цвета может быть. Совершенно верно. Ведь терроризм – это не болезнь одной России. Это болезнь всего мира. И террористические акты проходят и в других странах. Вот недавно такой крупный террористический акт прошел в Париже. И когда Франция наконец-то поняла, что ну, нельзя все спускать, говорить, что вот это умеренная позиция, ее не трогаем. Вот это вот полуумеренная, ну ладно, пусть там занимаются своими делами.
надо жестко бороться с терроризмом, не нужно объединять все усилия для борьбы с терроризмом. Тем более мы в России, мы знаем, что такое терроризм. Мы прошли первую чеченскую кампанию, мы прошли вторую кампанию, когда эти террористы, эти убийцы были у нас в России и убивали мирных граждан. Сегодня Россия борется с терроризмом на территории другого государства, на территории Сирии. Ведется полномасштабная война. По правилу питерского, питерской подворотни, да, по словам президента. Да, ведется полномасштабная война. И задача-то главная, чтобы вот эта вся нечисть не пришла на территорию России. Давайте уж лучше будем ее бомбить на дальних рубежах. Конечно, наши летчики, они герои. Безусловно, им нужно давать статус ветерана боевых действий, потому что они выполняют функцию по защите государства. Вот, Андрей Константинович, вот вам, как руководителю Омского отделения организации «Боевое братство», как кажется, насколько правильно и логично было то, что, по сути, главное событие для Федерального собрания в году было начато с минуты молчания? Ну, начнем, наверное, с того, что президент заострил внимание на этом. Он отдал дань уважения тем людям, которые выполнили приказ Верховного Главнокомандующего. Люди выполнили приказ по полной. Вот. Они представляют не просто каждый сам свою семью, каждый свой дом. Они представляют Российскую Федерацию на дальних рубежах. Они защищают всех россиян, они сегодня защищают весь мир. И Путин подчеркнул в очередной раз, что сегодня мы боремся с международным терроризмом, который не имеет ни национальности, ни вероисповеданий. Только общими усилиями мы должны с этим злом бороться. Ну, а эти люди, надо им отдать дань уважения их семьям, их близким. Наверное, как-то так. Хорошо, спасибо большое. Ну, на самом деле, тема внешней политики была первой, но совсем не основной. Сразу вслед за тем, как тема внешней политики была обсуждена, наш президент сказал о грядущих выборах. Давайте посмотрим этот фрагмент. В 2016 году состоятся выборы в Государственную Думу. И обращаясь к лидерам партии и участникам будущего избирательного процесса, ко всем общественно-политическим силам хотел бы процитировать выдающегося историка Николая Михайловича Карамзина. Вот что он писал. «Кто сам себя не уважает, того, без сомнения, и другие уважать не будут. Не говорю, что любовь к Отечеству должна ослеплять нас и уверять, что мы всех и во всем лучше. Но русский должен знать цену свою. Да, мы можем спорить о путях решения тех или иных проблем, но мы должны сохранить нашу сплоченность, помнить, что главное для нас – Россия». И дальше президент сказал о том, что выборы следующего года должны быть честными и прозрачными. Вот для вас, как для политиков, что такое честность и прозрачность выборов, которые нам предстоят? Пожалуйста, Александр Васильевич. Знаете, я все-таки хотел бы вернуться к словам Карамзина. Вот очень запали они мне тоже в душу, потому что Россия прошла несколько таких этапов, достаточно острых, когда в борьбе такой политической мы с водой выплескивали ребенка, выплескивали Россию. 17-й год, 91-й год, 93-й год. Не многовато ли вообще у нас было в 20 веке? И вот он, это предупреждение нам всем, вот те, кто будут участвовать в предстоящих выборах 2016 года, о том, чтобы не забыли бы вообще бы как бы в этой в политической риторике и о том, что вообще есть еще государство. Потому что очень часто мы начинаем топтать государственные устои. Вот этого ни в коем случае делать нельзя. Вот это очень хорошее предупреждение. То, что касается честности и прозрачности, я полагаю, там последняя была фраза, по-моему, вот она сейчас не прозвучала, о том, что должны быть легитимными выборы, чтобы никто не оспорил. Вот это самое главное. Потому что не было никаких претензий ни у моих коллег, ни у меня к моим коллегам о том, что эти выборы прошли где-то с какими-то подтасовками, где-то с какими-то там грязными играми. Вот это, наверное, самое главное, чтобы у людей была вера во власть. Вот это самое главное, итог будет всего, и дальше Россия будет развиваться и жить. Игорь Александрович, как вы думаете, действительно честные выборы помогут людям больше поверить во власть? Безусловно, честные выборы
они позволяют сформировать, во-первых, конкурентоспособных людей во власти, саму власть сделать более качественной и повысить доверие населения к власти. И это очень важный посыл, который президент озвучил сегодня в послании. Поскольку этот посыл, если ему следовать, конечно, повлечет выдвижение во власть людей конкурентоспособных, пользующихся реальной поддержкой населения людей, а не неких засаленных номенклатурных фигур, которые зачастую из выбора в выборы кочуют на экранах, на страницах газет и, как правило, не оправдывают надежд избирателей. Вот этот критерий, то есть те обещания, которые в предвыборных кампаниях будут звучать, конечно, будут подвергаться вот такому жесткому контролю населения, людей. И если эти обещания не будут совпадать с ожиданиями, то, безусловно, это повлечет отторжение этих людей из власти и отодвинет их на второй план. Андрей Анатольевич, как вам кажется, нужна свежая кровь в политике и откуда ее взять? Свежая кровь в политике, конечно, наверное, нужна, и тем более посыл там действительно был сказан. Посыл правильный, честные выборы. Но что, надо самое главное, чтобы они были и на деле, были честными, чтобы административный ресурс не работал в пользу одной партии, да, известной партии, чтобы административный ресурс не преследовали, скажем, тех кандидатов, которые пошли, особенно на селе, от другой партии, чтобы у них не было проблем с работой, да, это абсолютно правильно. Ну и очень важно, что вот определенный барьер будет в этих выборах, когда возникают вопросы по счетам в иностранных банках, об имуществе, которое находится за рубежом. И вот эта часть кандидатов, возможных, достаточно богатых, наверное, в выборах принимать участие не будет. Да? Но те политические силы, которые на сегодня есть, да, надо, чтобы именно они боролись по-честному, чтобы партии обманок не было. Вот беда на сегодня, кстати, мы это видим, мы прекрасно понимаем, выборы губернатора это показали, когда появились коммунисты России, у которых нет филиала даже здесь у нас в Омской области, которые работали тоже фактически на другого, не на своего кандидата, а работали на другого кандидата и забирали наши голоса. И самое смешное, самое интересное, что люди, которые умудренные в политике, умудренные, которые следят за политической системой, задавали вопрос, а почему выставили такого слабого кандидата, имеется кандидат от коммунистов России? Они считали, что это наш кандидат. К сожалению, это опасность такая есть, потому что есть еще одна КПРФ, да, Казачья партия Российской Федерации. Я не исключаю, что она будет принимать участие в избирательной кампании и запутает наших избирателей. Кстати, если не ошибаюсь... Поэтому вот хочется, чтобы и в этом плане выборы были честными и прозрачными. Если чтобы я не ошибаюсь, ясно... коммунисты России, кстати, уже регистрируют отделение у нас в Омской области, так что... Не сомневаюсь. Знаете все политические технологии, поэтому, обращаясь к избирателям, просто вот не верьте партиям-обманкам. Хорошо. Алексей Сергеевич, как вам кажется, что необходимо сделать, чтобы люди действительно с ощущением своей сопричастности приходили на избирательные участки? Ну, вы знаете, президент в своем послании четко сказал о том, что выборы должны быть честными и легитимными. Вот буквально 2 недели назад я с рабочими поездками был на севере Омской области, Устишим, Тевриз, Знаменское, Большеречье, Тара. И на собраниях, на общении с активистами и просто с жителями районов я столкнулся с такой ситуацией, что никто из них не верит в честные выборы. И никто вообще не принимает в них участие. Люди говорят, да вот что ходить на выборы, мы в них не верим. Поэтому я считаю, наша задача, в том числе как политических сил, повысить электоральную активность людей, заставить людей поверить в честные выборы, чтобы они пришли и проголосовали. Совершенно четко считаю, что время административного ресурса прошло, и ни в коем случае его нельзя в этом применять. Более того, председатель ЛДПР Жириновский много раз говорил, что только многопартийная система позволяет государству развиваться в позитивном русле. Однопартийная система, она, к сожалению, утопия. Это действительно так. Правда, утопия. Не могу не задать вопрос нашим политологам. Вот, пожалуйста. К этому разговору. Я бы хотела обратиться к нашим представителям политических партий. Вот, мне кажется, что выборы – это прекрасная возможность просвещать население. Вы знаете, сегодня люди настолько ушли в какие-то заботы. Почему они путают коммунистов и так далее? С ними мало кто работает. Понимаете, людям надо объяснять все эти вещи, рассказывать про экономику, про политику, что из чего складывается, про того же нашего президента, про его политику, если вы ее поддерживаете, да? Ну или свои какие-то позиции. У нас мало работают с людьми политические организации, понимаете? И люди уходят в обывательщину.
Вот я к чему хотела призвать, использовать выборы для просвещения политического населения, но, естественно, и достижения своих целей. Мне кажется, это будет содействовать честности выборов. Спасибо большое. Ну вот мне бы хотелось еще у Александра Александровича узнать, а как вам кажется, в чем главное значение вот выборов и почему президент сделал на этом исключительно акцент? Я как раз продолжу слова про просвещение, а заодно вспомню начало послания и его финал. Потому что вначале мы отдали дань памяти нашим героям, тем более здесь находятся и с нами люди, которыми по праву омская земля гордится, герой Советского Союза, герой Российской Федерации. И в финале, да, послание, ведь президент говорил очень много о подрастающем поколении, о том, что вот ему решать сложнейшие задачи, которые время перед нами ставит. И в связи с этим я вот хотел сказать, очень хорошая у нас на самом деле молодежь. Мы это все увидели, когда 1 декабря совместно с Российским военно-историческим обществом открыли в экспоцентре выставку, которая называется «Помни, мир спас советский солдат». Видимо, через год или два нужно будет создавать большую экспозицию «Помни, мир сейчас спас российский солдат». Собственно, то, что сейчас и происходит, о чем мы говорим. И я бы хотел как раз политические партии призвать к тому, чтобы их молодежные отделения, движения, вот, собственно, в рамках того просвещения, о котором мы говорили, посетила эту выставку, которая до 15 декабря совершенно свободно там работает бесплатно, и чтобы молодежь, ребята посмотрели своими глазами, какую цену пришлось заплатить именно советскому солдату за освобождение мира и прочувствовать то, что происходит и сейчас. Как раз уйти от лозунгов, от какой-то там оголтелой политической пропаганды, а заняться просвещением, о чем мы сейчас и говорим. Для того, чтобы эти ребята, которые у нас хорошие на самом деле, получив этот заряд эмоциональный и нравственный, выполняли то, о чем, собственно, и говорил в своем послании наш президент. Спасибо большое. Были затронуты темы и коррупции президентом. Он справедливо сказал, что это, наверное, самый главный бич нашего общества. Вот не могу не спросить у Альберта или... Пожалуйста, Олег Владимирович, пожалуйста. Как вам кажется, насколько вот важно вот этот аспект? Вы знаете, борьба с коррупцией, это действительно, она не должна быть только лозунгом. А и президент отметил, что здесь должны быть реальные шаги. И то, что сейчас стали декларировать доходы все государственные служащие, что стали говорить о счетах заграничных, о той недвижимости, которая есть за рубежом. И действительно мы начинаем видеть, кто и как работает с населением. В данном случае я хотел бы обратить внимание, что президент сказал и коррупцию в сфере закупок. В данном случае, конечно, 44-й федеральный закон, он несовершенен. И мы с этим сталкиваемся в повседневной жизни, когда работаем и делаем закупки. Но и здесь мы должны правильно оценить ситуацию и понимать, что коррупцию не жить только изменением законодательства. Здесь нужно изменить сознание людей. И в данном случае те примеры вот, процессуального характера, о которых говорили, потому что у нас за малейшее нарушение следует уголовная ответственность. И в данном случае в послании президента было сказано о том, что здесь нужно тоже менять. Это переводить. Смягчение, по сути же. Да? Смягчение, серьезно. Но повторность, рецидив такого правонарушения уже должно караться серьезным наказанием и уголовной ответственностью. Ну вот хотелось бы спросить у Альберта Викторовича, как у историка, да, а все-таки были периоды в истории России, когда коррупция была побеждена? Ну, сложно об этом говорить. Я думаю, что коррупция пока, к сожалению, не была побеждена ни в одном государстве мира и ни в один из периодов истории. Я бы со своей стороны хотел бы отметить, что вот тема патриотизма, она как бы не педалировалась, не будировалась в этом послании, но тем не менее она очень емко очень прошла вот в тех самых двух цитатах двух великих людей России, Карамзина и Менделеева, да, где вроде бы они были использованы президентом по разным совершенно обстоятельствам, но и там в обеих этих цитатах, если их внимательно просмотреть, прочувствовать, поднята тема русского, российского государственного патриотизма. То есть мы должны быть едины. Если
вспомнить эпохи, когда творили два этих великих человека. Да, Карамзин, современник наполеоновских войн, когда Россия пережила нашествие 12 стран, 12 языков, а потом принесла мир и стабильность в Европу во время заграничных походов. Дмитрий Иванович Менделеев. Это походы войны с Турцией за освобождение балканских народов, славян. В обе эти эпохи Россия мобилизовывалась. И тогда достигала серьезных успехов и в экономике, и во внешней политике. И тогда была государством, твердо стоящим на ногах. И вот, апеллируя к цитатам этих великих людей, президент, так сказать, мысленно перекидывает мостик в те эпохи, когда Россия была государством, твердо стоящим на ногах. К чему нас и в этом послании призывает. Ну что же, на самом деле он призвал и еще к нескольким важным вещам и дал даже несколько абсолютно конкретных поручений и правительству, и региональным лидерам. Я сейчас прошу моих коллег поставить предпоследний фрагмент, который мы выбрали, о импортозамещении, где есть конкретная просьба к руководителям регионов. Предлагаю в рамках таких контрактов предоставить право регионам снижать до нуля ставку налога на прибыль. Некоторые руководители прямо просят об этом, чтобы инвесторы могли покрыть свои капитальные затраты на создание новых производств. Ну, конечно, мы знаем и об озабоченностях региональных руководителей. И поэтому субъекты федерации должны иметь стимулы укреплять свою экономическую базу. Поэтому рост доходов региона от реализации таких проектов не должен повлечь за собой сокращение федеральных субсидий. Ну вот, Олег Владимирович, как вам кажется, насколько вот это, по сути, законопроект, да, законодательное предложение, да, важно для нашего региона в частности? Ну, это очень важный момент, потому что здесь мы говорим о том, что, ну, регион должен включаться, и в данном случае региональные власти, бизнес здесь, бизнес-структуры должны включаться в эту работу, потому что мы говорим, что и экономика, и социальная сфера во многом зависит от развития регионов. И недаром президент остановился на Дальнем Востоке в первую очередь. Но не жаль, надо что не на Сибири. Я тоже пожалел об этом, потому что в данном случае Комсомольск-на-Амуре нужно развивать, но, наверное, такие же проблемы существуют и в других городах Сибири, в том числе и в Омске. И дороги, и все остальное, то, о чем говорил президент. И здесь, конечно же, нужно наполнять и насыщать бюджет субъекта федерации. К нашим политикам хочу обратиться. Какие еще конкретные поручения вы услышали в речи президента? Ну, два момента. Вот уже про инвесторов мы сказали, да. Но вот у нас главная проблема в Омской области. Наши предприятия, мы по промышленному производству занимаем одно из ведущих мест по выпуску готовой продукции в нашем регионе, в Сибирском федеральном округе. Но, к сожалению, по бюджетной обеспеченности мы практически в самом низу. Почему? Потому что наши основные налогоплательщики находятся в Москве, в Питере, в Новосибирске, в Екатеринбурге и так далее. Вот было у нас бюджетное слушание. Я полностью поддерживаю мэра на сегодня. Давайте снимем с процессинга наш нефтекомбинат. Плюс 8 миллиардов. Для нас это суперактуально. Наш бюджет по сравнению с 2015 годом, в 2016 году, потеряет доходная часть 11 миллиардов, расходная 14. Что такое 14 миллиардов? Это бюджет города Омска. Миллионный город, мы потеряли бюджет. Со всеми вытекающими последствиями. И еще один момент, на который не могу обратить внимание. Прекрасный посыл о том, что не надо менять налоговые правила, да, на следующий год. Особенно в отношении малого, среднего бизнеса. Замечательно. Это же было сказано в прошлом году. Однако на сегодня ввели для дальнобойщиков малый и средний бизнес, куда не вкладывались инвестиции государства. Когда все решали сами предприниматели, да, Платон. На сегодня, ну, те акции протеста, которые прошли, правительство вынуждено было на них обратить внимание. Вместо 303 рублей 77 копеек сделали рубль 51, да? Обратили внимание, рубль 51. Но это опять же куда идет? Вот мы проводили встречу с нашими предпринимателями, да, с дальнобойщиками в Министерстве промышленности Омской области. Они сказали: ну, мы все понимаем, идет необъявленная война.
Но зачем эти деньги должны идти? Да, на дороге замечательно, но они пойдут, большая часть денег, в карман небезызвестного Ротенберга, да, сына. А потом внучок появится и дальше. Поэтому они предложили конкретное, хорошее предложение. Увеличьте нам акцизы. Потому что на дороге идет транспортный налог, да? Потом ввели акцизы на топливо. Плюс еще солярка, да? Но это анекдот. Дороже 98-го бензина. Когда и такое было? В советское время могло быть. Копейки должно было стоить. С них дерут три шкуры и сейчас пытаются четвертую шкуру сорвать. Они поэтому давайте увеличите нам акцизы. Мы знаем, что эти деньги пойдут на дороги. Поэтому вот здесь Владимир Владимирович должен своей властью, в том числе своих друзей, поправить. Я думаю, что он, к сожалению, это когда голосование было в Госдуме, когда фракция КПРФ предложила наложить мораторий на Платон, ну, к сожалению, Единая Россия его проголосовала против. В итоге мораторий был отменен. Спасибо. А результат. Рост конечного товара в отношении, кто будет платить, бабушки, дедушки, рабочие, крестьяне и так далее, 10-15% увеличение стоимости товара. Развитие вот предыдущего выступления хотелось бы отметить еще вот на каком аспекте. Президент сказал, что более 200 тысяч уголовных дел возбуждается по категориям экономических преступлений, но лишь 15% из них завершаются обвинительными приговорами. И говорил о недопустимости подобной практики, да, когда силовые структуры, проверяющие органы, которых он назвал армией проверяющих, предъявляют излишние претензии к предпринимателям, которые добросовестно платят налоги, обеспечивают рабочие места, возбуждаются уголовные дела, зачастую отметается бизнес. И вот это необходимо исключить. То есть помимо налоговой стабильности, очень важно, так сказать, и создать вот определенную среду, сферу, правила игры. И очень важно, чтобы они соблюдались. Александр Васильевич, мы достаточно много... вернее, слышали о том, что большие задачи стоят в здравоохранении и в образовании. С какими задачами сейчас предстоит справляться? Я как раз хотел сказать о том, что очень много мы сегодня говорим о внешней политике, очень много говорим, стали говорить уже о деловом климате, об этом как раз говорил Владимир Владимирович в своем послании. Но, мне кажется, есть несколько революционных вещей, которые были сегодня высказаны, они, в принципе, уже назрели, объективные предпосылки для этого были. Материнский капитал. Вот может быть, такой немного смешной случай. Я вот сейчас ехал в машине сюда и слушал «Маяк». Вот, и берут интервью, там прямая линия идет, и молодой человек какой-то отвечает. Мы, говорит, с женой, говорит, сидели, говорит, около радио и слушали. Скажет президент о материнском капитале или нет? Будет или не будет? Мы год, говорит, живем, успеем, не успеем? И говорит, успели. Успеем, теперь уже точно успеем. Вот это, конечно, очень здорово, потому что миллионы семей по России ждали вот этого решения. И, конечно же, сегодня, опять-таки возвращаясь к 2000 году, в своем выступлении тогда в послании, Владимир Владимирович сказал о том, что в 2000 году у нас 750 тысяч человек, ежегодная была убыль России, 750 тысяч. К сегодняшнему дню бы у нас бы население России бы уменьшилось почти на 12 миллионов. Мы его сохранили. Более того, у нас стала естественная прибыль, да, прибыль населения. Вот такие меры, конечно, дают о себе знать. Детские сады. Сегодня, вот, кстати, очень много, так сказать, вы в сторону Единой России говорили. Но вместе с этим в бюджете все эти годы, против которого тоже оппоненты наши голосовали, всегда были заложены средства на строительство, на модернизацию дошкольного образования. Проблема осталась, да, от 0 до 3 лет. У ребят еще очередь есть, но от 3 до 7 мы эту проблему решили. И сегодня поднят был вопрос по поводу строительства школ и реконструкции школ. Это огромнейшая проблема. Вот Олег Иванович здесь находится, руководитель нашего ведущего педагогического вуза. Вот он знает, что это такое. И, в принципе, вы же тоже у нас преподаватель. Поэтому, я полагаю, для нас сегодня, конечно, школа это прежде всего. И это связано и с будущим, в том числе и России. Мало кто обратил внимание, вот, кстати, Александр Александрович тоже говорил уже о воспитании подрастающего поколения, и сегодня Владимир Владимирович тоже уделил большое внимание некоммерческому сектору. Тот, который должен занять свою нишу, который не успевает занять государственные структуры. То есть на социальные проекты, на патриотические проекты, конечно, некоммерческий сектор должен тоже занять свою нишу. И вообще, если уж говорить тоже, вот я не сказал в самом начале, вы при всей жесткости выступления Владимира Владимировича, он постоянно обращался то к гражданскому форуму, то к встрече с молодежью, то со школьниками. То есть он постоянно напитывается общением с различными слоями населения. Конечно, вот это его выступление сегодняшнее как раз результат вот этих встреч.
Спасибо вам большое. Ну что же, у нас, к сожалению, остается совсем немного времени до конца нашей с вами программы, но я не могу не обсудить с вами тот фрагмент послания, который прозвучал практически в самом конце. Давайте послушаем. Мы принимаем решения и претворяем их в жизнь, зная, что справиться с задачами, которые перед нами стоят, способны только мы сами, но только вместе. Приведу еще одну цитату, совершенно неожиданную и даже и для меня. Слова, которые сказал человек, далекие вообще от политики. Это слова Дмитрия Ивановича Менделеева, которые были сказаны 100 лет назад. Вот они. «Разрозненных нас сразу уничтожат. Наша сила в единстве, в воинстве, в благодушной семейственности, умножающей прирост народа, и в естественном росте нашего внутреннего богатства и миролюбия». Замечательные слова, адресованные прямо нам сегодня. На самом деле, я бы тоже поаплодировал. Ну что же, вот таким было послание президента России Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию. Работы предстоит много, я думаю, что об этом мы с вами поговорили. Предстоит достаточно большая, кропотливая работа. Об этом всем вы сможете уже увидеть в следующих программах «Власть. Прямой разговор». Я с вами прощаюсь. Всего доброго.